Мирный также готовится к акции «Бессмертный полк». Вот уже четвертый год Мирнинский район участвует во всероссийской акции. В прошлом году к шествию присоединились более 2500 горожан. В этом году ожидается еще больше. Как готовиться к маршу памяти в сюжете Иваны Филипповой. Там не только данные. Подготовка к 9 мая идет полным ходом. За счет средств района изготовили специальную символику – нагрудные значки, флажки. В день шествия каждому участнику бессмертного полка их раздадут бесплатно. В прошлом году в Мирном бессмертный полк состоял из 2500 человек. Не исключено, что в этот день победы участников будет больше. Построение бессмертного полка состоится с 9 утра до 9:30 у здания нашего института, Мирнинского политехнического института на улице Тихонова. Движение шествия бессмертного полка начнется в 9:40. Пройдет она по улице Тихонова, по улице Павлова, по Аюнского, завернет на улицу Ленина и присоединится к общему торжественному параду до площади Победы. Важно и нужно сохранять для потомков. В акции примут участие и школьники. Желающие подготовили доклады о своих предках, ведь в каждой семье есть те, кто внес свой вклад в победу. Готовят фотографии фронтовиков и участников тыла. Распечатывают бесплатно как в районной администрации, так и во многих учреждениях города. Хотелось бы, чтобы движение продолжалось и в нем принимали участие именно молодежь, потому что все знают, что искажаются факты исторические. Нужно донести настоящую историю. Телеканал «Алмазный край» впервые запустит телепроект «Бессмертный полк» в прямом эфире. Сразу после торжественного митинга каждый желающий сможет подойти к съемочной группе и рассказать о своих ветеранах. Празднование 72-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится мирнинцам еще одним шествием бессмертного полка. В марше памяти примут участие дети, внуки, правнуки и уже праправнуки тех, кто воевал за мирное небо над головой. Ивана Филиппова, Тимур Шерыжик, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».